Без сомнений, искусство – это самый известный фонтан Волгограда и главное украшение набережной имени 62-й армии. Он был установлен еще в 1957 году и стал своего рода точкой отсчета, где начинаются все зеленые аллеи. Традиционно именно около фонтана искусства встречаются влюбленные, проводятся масштабные городские праздники. В этом году его официальный запуск запланирован на 1 мая. Однако перед этим специалисты проводят целый комплекс подготовительных мероприятий. На фонтане центральном были проведены работы. Это раскрытие укрывного материала, промывка чаши, система фильтрации была промыта у нас и настройка была форсунок частично. Завтра будем уже достраивать, потому что он день должен поработать у нас. Залили, как всегда, воду, добавили химию, чтобы промыла вся система. Для сухого и жаркого волгоградского климата вода и прохлада, которую дают многочисленные городские фонтаны, это настоящее спасение. Работа по их подготовке к летнему сезону ведется во всех районах. Специалисты устанавливают демонтированные на зиму элементы оборудования, налаживают инженерные системы, регулируют высоту струй и дают общую оценку состоянию фонтанов. По центральному району все исправно у нас, в идеальном состоянии. Фонтаны перезимовали нормально, в хорошем состоянии у нас все. Особое внимание уделили и декоративному водоему на центральной набережной. На время холодов из пруда откачали воду и переселили обитавших там рыб в теплые аквариумы. Сейчас излюбленное место отдыха горожан уже приобрело свой обычный вид. Мы его промыли сегодня, дали воду. И будем 1 числа тоже он будет у нас запущен, работать. И когда будет уже тепло, когда стабилизируются погодные условия, запустят рыбу. На пруду были произведены работы, также система фильтрации. Почистили всю систему фильтрации, потому что у нас детишки есть, которые забивают этой же щебеночкой у нас. И вот, промывка системы всей. Кварцевого песка засыпали нового, промыли все. И сам запуск, и чистка камней была. В этом году во всех районах города будут работать более 20 фонтанов. Совсем скоро на нижней террасе набережной планируется открыть еще 4, которые будут радовать жителей и гостей Волгограда не только прохладой в жаркие дни, но и яркими светодинамическими представлениями. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».